Всем привет! Это видеообзор пеленок для животных, которые я приобрела в магазине «Шиншилка». Это отличная покупка. Значит, очень экономичный пак. 100 штук в упаковке. Размер 33 на 45 сантиметров. Так выглядят стопочки пеленочек. Внушительная упаковка. Нам хватит надолго. Пеленки ложатся в горшок фирмы Trixie идеально, просто идеально. Везде фиксируется. Пеленочка довольно тонкая, легкая. Для дороги она тоже пригодится. Потому что обычно в рюкзак, чтобы взять с собой пеленку, ее необходимо было разрезать пополам. И тогда можно было вложить. Вот мы берем рюкзачок и примеряем пеленочку. Чуть-чуть подогнуть. И вот пеленка идеально ложится на дно рюкзака. Вот такие пеленки. Спасибо вам за внимание.